говорить будем? Всем слушай, барон говорит. Так, на корабль новую партию рабов из западного каньона завезли. Последний оттуда будет. Крученый, смотайся туда, отбери, что подойдет, чтоб на юг продать. И в обработку по-особому их. И смотри, чтоб нам не предъявили потом, что дохлятину отправляем, понял? Всем отбой, барон сказал. Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Бог и ведь он! Список везде, чтоб ему... С возвращением на базу. Мама, это кто-то? Это дядя Артём. Ясно. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артём. Хорошие новости. Артём добыл карты. Молоток, супер. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных вот, много. Попишу. Чем скорее разберемся, тем лучше. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алёша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артём, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Ваша задача — любой ценой доставить воду на Аврору. Удачи, Артём. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Буря, кажись, и вышла вся. Я на пост. Отлично. Дедушка Ермак, а у вас воды совсем? Дядя Артём, это мне? Ух ты, спасибо! Смотрите, дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Вау, спасибо! Артём, пока тебя не было, я доделал для Тихаря еще одну штуку. Мам, можешь установить, верстак тебя ждет. Что у тебя? Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Уже разобрался? Кажется, да. Уровень заражения показан цветом. Ха! Они и динамику изменения фона сделали. А когда? Давненько. Будем надеяться, что за это время ситуация не ухудшилась. По каким районам карты?
Средняя Азия, Западная Сибирь, Урал, европейская часть страны. А, вижу. Ха, Востока нет. Странно. Тут одно из двух. Или Восток в зону ответственности центра не входил? Или? Или кто-то унес все карты восточного региона до нас. Но нам бы хоть в оставшемся разобраться. А где искать-то, товарищ полковник? Крупные города я бы сразу отметал, это основные цели. Но и в полную глушь тоже двигать особого желания нет. Вот тут чисто вроде. А, ну да, степь. А если севернее? Если севернее, вон хвостом осадков зацепило. За 20 лет, конечно, получше стало, но все равно. Надолго там задерживаться не стоит. Да, тут разбираться и разбираться. А посмотри-ка по вот этой ветке. Нам точно по ней отсюда выбираться. Да, собственно, это единственный вариант. Поэтому это направление и надо изучить подробнее. А если здесь вот так поехать? Озеро, река, фон невысокий. Ха, интересно. Вот тут, правда, что-то непонятное. Да, большое пятно севернее, но на самом месте чисто, и инфраструктура какая-то видна. В общем, давай набирать варианты. Я так понимаю, другие страны мы не рассматриваем. Туркменистан, пушки не забывай чистить регулярно. Песок, сам понимаешь. Привет, Артём. Про воду ничего не слышно. Артём, спасибо, что зашел ребят проведать. На месте особо не церемоньтесь, положение критическое. Еще пара дней, и мы не то что от нефтяников, от своры собак бродячих не отобьемся.
Эх, сука, не фартануло, не фартануло.
слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Носатый! Что с авиабазой? Братва звонит, там уродов расплодилась тьма! Я тебе когда сказал, что там зачистить? А барахло ценное, и особенно пушки, собрать и сюда привезти! Какого хера куча хорошего железа пропадает? Пацаны его там растаскивают, да друг другу морды бьют! И не смотрит даже, что ты там смотрящим назначен. Людей нет, зашиваешься, не справляешься. Так ты прямо так и скажи. А если подписался, так давай предоставь. А то не ясно, ты за кого меня вообще держишь. Всем отбой, барон сказал. Сёмля, хватит с меня! Сдаюсь я! Эх, сука, не фартануло, не фартануло, бля!
Кто есть такой? Непонятный Мырза? Не знал такой Мырза. Новый Мырза. Плохой новость. Старый Мырза. Плохой новость. Весь Мырза плохой новость. Совсем. Какой хороший кабель. Не рубился совсем. Крепкий кабель. Тяжело рубил. Мырза сказал рубил. Рубил завод. Рубил. Thank you.
прижал! Внизу!
Да нету никого, ну! Кому так делать нехер, а сюда переться? Лохматые за своих пишутся! А? Э, ты где пропал? Черт, убит. И что теперь делать? Черт, черт. Надо же. Хорошо прячется. Ничего, найду. Прячься, прячься. Это тебе точно поможет. Что, спрятаться решил? Вижу, гада! Давайте! Все равно ведь не уйдешь!
На, получай!
Да, вот о чем всегда помните, мужики. Вот почему я вам говорю. Видите, что раз не видите. Ну чего ты прячешься? Я же тебя убью просто, только идиот. Это мысль, да. Но оно того стоит. Поймите, этого хочет священное пламя. Этого хочет вселенная. А я хочу, чтобы у нас с вами по этому вопросу больше непоняток не было. Прямо твой, барон сказал. Эй, выходи! Ты тут никого не обманешь! Так что сдавайся! Он прячется, значит, нам бояться нечего. Начинаем поиск. Ну, подонок, только высунься. Ну, где ты?
Покажись! Ну, покажись! Уж я не промахнусь, нет! Ну, давай, выгляни! Где ты? Ну, давай, выгляни! Где ты? Противник! На, собака! Кусты! Противник там! Внизу он был. Он прячется. Значит, нам бояться нечего. Начинаем поиск. Давай, ты останешься в живых. Но выгляни. Покажись хоть чуть-чуть. Выгляни, покажись хоть чуть-чуть. Я знаю, что ты здесь, так что хватит прятаться. Где этот гад, а? Где ты прячешься, а? Покажись! Сдавайся! Тебе все равно крышка! Нечего было с нами связываться! Где этот гад, а? Только высунься, гад! На секунду только! Выходи и сдавайся! Эй, полудурок! Где ты прячешься, а? Покажись! Ну, выгляни! Покажись хоть чуть-чуть! Что, спрятаться решил? Ну прячься, прячься! Только высунься, гад! На секунду только! Где ты прячешься, а? Покажись! Выходи с поднятыми руками! Выгляни, покажи чуть-чуть. Эй, там в проходе что-то есть. Вижу, гада! Вон там, внизу прятался. Вижу его! Вижу его! Отходим! А то все тут ляжем! Они подарочек! Прижал, гада! Вот, внизу!
Несем потери! Вон там он был, внизу! На, собака! Вижу противник его! Наверху! Перезарядка! Я ранен! Черт! Получай, подлюка! Внимание, граната! Вон там, внизу прятался! Вон, в проходе! Прижал! Вон, внизу! Получай, подлюка! Прижал, гады! Я его в проходе видел! Вижу противника! Вот он! Вот он! А, гад! Я его вон там заметил, внизу. Так, начинаем по... Это что внизу такое? Эй, где ты там? Ну выгляни, покажись хоть чуть-чуть. Ну, выгляни, покажись хоть чуть-чуть. Я знаю, где ты прячешься, видно, а? Покажись! Прятаться. Только высунься, гад! На секунду только! Сдавайся уже! Тут ведь не так много мест, где ты можешь прятаться! Где ты прячешься, а? Покажись! Вон! Внизу! Прижал его! Уходим! Все назад! Я сдаюсь!
Хм!